Всем привет! Получила свою посылку долгожданную с Америки, где лежит материал G10 для кастомизации ножей для моей работы. Вот не один я ее, эту посылку жду, потому что есть клиенты, которые ожидают другие цвета. Вот, и сейчас я ее раскрою, распечатаю. Посылка достаточно тяжелая. Вот, стоимость, на удивление, такая немаленькая, $164. Вот, недешево, короче, обошлась эта посылка. Мне одна доставка материал, который лежит внутри, еще дороже. Вот, посылка вскрывалась таможней нашей. И вот так вот все запечаталось. Возможно, были какие-то повреждения из-за этого. Коробка выглядит немножко такая потрепанной. Открываю крысой с синими рукоятками. Скорее всего, посылка или просто таможня вскрывала, или, возможно, была повреждена, может, что-то рассыпалось там. Точно не могу сказать. Сейчас посмотрим. Что там и как там. Да, упакована, конечно, жестко. Так, пузырьки не спасли, все раздулись или сдулись, как правильнее сказать. И вот там материал. То, что было склеено, уже, видимо, скотчем разорвалось. Вот такая вот нехилая здесь пачка всего. Вот он наш инвойс здесь. Быстренько прочел, здесь инвойс посчитал, вернее, и здесь должно быть у нас 43 плашки. Вместе вот с этой маленькой штучкой, это у нас светящийся мунглу называется. Вот будем делать какие-то вставки, и ночью они должны светиться. Так, ну вот это дело надо вытащить, наверное, уже. Чтобы было виднее, сейчас я вытащу, потом включусь. Разложил я для удобства... Как бы рассортировал по цветам и по слоям, скажем так, одноцветности или мультицвета. Вот здесь у нас, значит, это двухцветки, потоньше и потолще. Вот, вот такие цвета, значит, у нас есть. Здесь зеленых оттенков несколько, желтые разных как бы оттенков. То есть, ну, цветов достаточно дофига. Это все пойдет на производство ножей именно вот это. Это у нас одноцветный толстый и потоньше. Вот, это ножи, здесь уже и бэкспейсеры, как бы, и что-то другое тоже пойдет. Вот, кто следит за моим каналом, за моим творчеством, скажем так, может посмотреть на цвета и где-то что-то может сориентироваться, что-то для себя выбрать. При заказе ножа можно будет выбрать какой-то конкретный цвет. Не ножа, вернее, а рукоятки для ножа. Вот так вот все это дело выглядит, а это, как я понял, это сгревчик мне от магазина, это, наверное, Микарта у нас здесь. Тонкая. Но я с ней не работал и не работаю, но придется поработать, раз прислали, посмотрим, что это такое и как она работает. На, по ощущениям, такое достаточно легкое, легче, чем G10. Вот. Вот такой вот материал пришел. Вот. И вот такой вот унбоксинг, распаковка посылки. Ну все, спасибо за просмотр. Заказывайте накладки. Следите за каналом. Всем удачи, всем пока.